Ну, себе, я продолжаю проходить игру Pax of Exile, и сегодня мы будем проходить дальше карты все. Давненько, конечно, не сходил, я тут 70-й левел уже. Уже обновление 2.3, о, третье обновление, точнее, версию 3.0.0. Так-с. Немного поменялся интерфейс. Так, почему-то FPS слегка поседает у меня. Плохо, что ты проседаешь, а? Сохранить. О, нет, не буду пока делать EX11. Вдруг что-то не так будет. Ты все равно подтормаживает. Это 20 FPS. Это... Ну нехорошо это. Так, в прошлый раз ты нашел броню, хранитель целей. Так, это у меня сколько хоть. А не хочет ли мне ее улучшить? Хотя я думал, это не сильно энергетический щит повысит. Но я все же постараюсь. Так, надо еще манну получение за это у нас вместе искает. Так, мне бы сейчас увеличить это, вот. Перекол от меня изменяющийся гнезд, вот. Во! Давай, это, конечно, все как... Фа. Ой, ну ё-моё, все закончились ресурсы-то. Кино не будет, ресурсы кончились. Вот она надо закупиться будет, пока я отвожу его. Все же годная вещь. Я так думаю. Ну, и мне надо сейчас отправляться, куда нам надо. Вот, лаборатория вечных. В лабу. Да, нужно попривыкнуть снова к этому. Learn anything new. О, жалко, что озвучку так и не добавили нашу снова. Не вернули. Так. Самый дальний это у нас вот этот вот, ясно. Карта высохшего озера. Это довольно простая карта такая. О! Големыч. Големыч. Glad you made it back. Так, стоп, что May не your надо. Maps be merciful. Карта фактория довольно-таки сложна. А вот еще одна сфера-то. О, все, нет, у меня же нет брони пока с собой. Джунгли. Оазис, ладно. Ну-ка я оазис нажмем. Активируем, и сейчас начнется. Да, фигуренько, конечно же. Оптимизация все же. Сюда тебе. Так, стоп, ауры, так. Куда ауру? Сначала это, потом В. Mana is spent. Так, что у нас еще есть? У нас есть призрак. Что мне еще надо? А где-то у нас? Так, кого-то аниматрон.
Хорошо. Так, держим расстояние. Особенно всех, которые должны хорошо идти. Да, блин, эти змеюки чертовы. Ненавижу этих змеюк. Их вон хаоса. А мне мунка хаоса все в минусе вообще. Каша вас здесь, а? Ну отстаньте, отвалите, отстаньте. Ну вообще, я что-то после обновки стало хуже. Вообще, если только играть, только без записи. Там босс. Ой-ой-ой-ой, там босс. Босс. Это же он. Мать его, главный босс. Бежим, драпаем.
Все. Можно теперь спокойно. На этом, походу, карта и зачищена. Потом маска, меч. Ну, короче, всякая золотая не особо нужная мне вещь. Не особо нужна мне экипировка. Ох! Остается только этот. Окей, сейчас буду платить эти самые, блин, шпенцы. Увеличивают количество садов. Да ё-моё, 8 FPS, издевайтесь, а!
6. Кажется, все. А нет, еще один нет. Это баг как можно будет. Бегом, бежим! Драпаем! I am no beast of burden. А, ну ладно, все так, что? Да. О, нет, все, нет, фигня. Так, ну, короче, бедноты немного-то. Glad you made it back. Жалко, что у тебя ничего не появилось, так что... May your maps be merciful. Ну, короче, лута нормального нет, там скричневых вещей. Вот таких вот, вот такой вот. Поэтому что? Кто я? Джунгли тут. Шахты. Здесь присутствуют какие-то мобы, которые могут с одного-двух ударов уничтожить, сразу скажу.
можно неожиданно помереть от того, что здоровье мгновенно улетит. Смертян! Отправляем своих мувов на передовую с их спешником. Ой! Золотой лаец! Хорошо, желтый. Так, там что-то... А вот теперь самое интересное. Сейчас надо просто взять. Так, нажимаем на использование зелий, нажимаем и... Драпаем! Ой, что такое? My mana is spent. О, деяние пол оба на. Коричневая, Так, давай. Давайте, мои прислужники. Фу. Что это у нас такое выпало? Что это эпичное? Магия крови. О, магия крови, это хорошо. Короче, мне нужно просто... О, энергощит 400. Не знаю, почему такая рубля, но Решает проблемы с энергетическим щитом, это штуковина. Просто, хотя магия крови, это я не знаю. Не, магия крови, это фигуренько. Фиговастенько. Нужно... Куда разместить ненужные навыки? Хотя я что, только зомби призываю там, по-моему, и все. Но все равно. Сейчас ПС стабилизировалось до 20. Это мало. Меня играет 45 FPS. А, бегом, 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 бегом. Я буду честен. Опасная твоя там. Просто держимся на расстоянии. Он не умирает. Это мог.
это моб, который дает им, походу, наделяет их бессмертие. Да, союзник не мог умереть, я. Вот такие раканли, как их называют. Они здесь не воят вообще. Так аж появляются. Ну еще пойдем прямо. Главное держать дистанцию правильно. Не, ну что ж, ну какой-то подарочка есть хороший. Хотя у меня и так нормально. Сейчас подумаю, будет подарочка нормально полностью. Хороший подарочка. Тут хорошая бронька попалась в игре. Так, у меня почему-то одна из аур пропала. Что очень важно. Почему они иногда пропадают, я не понимаю. То есть мобы с какой-то особенностью отключать ауру. То ли еще, кто не знает что. Так, где рапира? Возьму вот эту рапиру, хорошая вполне себе. Для какого-нибудь там воин там, бандита, мародера. Ну, блин. Голем. 4-0. Вот, по-моему, вот этот фигню я боюсь. Выскакивает и убивает да, с своих ударов. Вот, сейчас здоровье еще. Все. А, как-так-так. Что там было, я вообще не понимаю. Но и чуть ли не отбойку контент, чем мой персонаж. А, ясно, какой-то вау, вау. По-моему, тех, кто имеет кого-то хаос. Понял, поводил каких-то монстров, которые игнорируют мою бронь. Мою мощь, точнее. Так, и Come on.
Так, мы уже почти дошли до босса, да? Так, я, по-моему, нет, здесь тупик. До следующего уровня остается немного, главное не подохнуть. Вот, все здесь скоро будет это. Вот две локации с боссами. С боссом. Все две. Ой, там что-то жаркое. На моей армии это что-то не особо сказывается, да? Снова голем, блин. Да, типа голема отрывает. Я уже давно запомнил, что сталкивался с ней. Это опасно. Так, стоп, вроде бы ничего плохого не случилось. Хорошо. Поднимаемся под наверх. Алло. Я играю еще. Дела какие были, нам позвонил. Thank you.
снова отключился, блин, навык. Снова аура отключилась. Кто меня сумел заключать, а? А Эйна? Эйна с боссом? Босс обыкновенный. Так, моб, давайте. Кучнее. Отлично, все для того. Летающая там как хрена тень. Заморозили.
то есть, ну, можно сбрасывать, что ли, умение. Ну, я пока оставлю. Затем, по-моему, одноразовый. Ну и что ж я хотел? Так, хорошечно, хорошечно, ну ладно. Конечно же. Можно возвращаться так уже на базу. Ну, то есть позже я. Ну конечно нужно же встанут ее. Так, Артюру подаем сразу же. Так, стоп. Hello. Почти. Ё-моё. Мне нужно задать постоянно много. Да хрена их купить. Че не обменять так-то? Пожалуйста. Сейчас закуплюсь по полной просто по полной. Ну, 10 хватит, давай еще раз. Стоим. И. Давай. Ну. И. Фак. О! 6 штук вообще, хорошо, здорово. Be careful. Остается только цветную сферу использовать. Все. Идеально. Так, а где у меня теперь связи-то, а? А вот нашел. Ой, не то. Ну так сойдет, я думаю, такую связь иметь.
теперь мы используем уже вот это. Еще на камне усиленный урон хаоса. У нас что, еще хаос будет? О, я даже не представляю, что у меня сейчас получится с вообще имба такая выйдет, может. Либо он у меня станет совей из-за комбинации какой-нибудь плохой. Либо наоборот имба стопроцентная. Хотя стоп, о нет, 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 надо все связать, нам лучше все свяжем. Надеюсь, повезет. Ладно, еще до пути, надеюсь. Ничего, ничего, ничего. Watch yourself. Я знаю, что делать. У меня избыток одного ресурса. Переводим этот самый нереальный избыток ресурсов в другой ресурс, из которого уже получаем необходимый нам ресурс. Короче, такая вот запутанная штуковина. Почти. Да блин, что тут со связями? Не так связываешься-то у нас. Нужно полностью, чтобы все 6 сотов были связаны. И получил идеальную броню. И мучаюсь. С тем, чтобы ее окончательно сделать подходящей. Еще давай. Ну, фа. Ничего, ничего, ресурсов у меня еще хватает. Я ладно, буду просто все потрачу, но я сделаю полностью. Комплект эпической брони почти ой. Хочу забрать комплект эпической брони просто. Давай. Не то. Немного, еще немного. Конечно, понятно, что это рандом, как в КС. Блин. Для кого КС выбил?
Нужно вот вот здесь вот. Вот здесь, вот здесь. Так. Блин, все. Все, закончились ресурсы неожиданно. А, у меня нет больше маны. Маны ноль, вообще. Я терпеливый. Я вытерплю. Watch yourself. О, неплохо так выглядит у нас мантия. Так. Сопротивление к хаосу, защиты ко всем. А вот, вижу. Да, что-то снизилось, кроме огня. Ну ладно. Ну, допустим, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока, в следующем видео я уже полностью разберусь со всем этим.